Помощник президента России Владимир Путин, Максим Орешкин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков прибыли накануне в Забайкалье. О визите Орешкина ЧИТА.РУ сообщили пресс-секретарии губернатора Забайкалья. Прибытие Чукункова сам министр написал в своем телеграм-канале. Со слов пресс-секретаря губернатора, в планах рабочей поездки визит в Краснокаменск и осмотр социальных объектов города. В прошлый раз Максим Орешкин прилетал в декабре 22-го. Ему презентовали ресторанный кластер и пешеходную улицу в историческом центре Читы, набережную Читинки, новый квартал на месте Бермудского треугольника и кампус ЗАБГУ. Чукунков посещал Читу недавно, в марте 23-го года.